Давай, пой. Нашли еще один маршрут спуска к морю. Вот улица Ушакова. Не люблю ходить по одним и тем же местам по много раз. Люблю исследовать что-то новое. Вот такая здесь красота. Вот. Ну да, тут вот флаг СССР. Смотри, как бы лодка старая, разрушенная, да, уже полусгнившая. Очень красиво все приспособлено. Вот идея для оформления дачного участка. Смотрите, здорово так. Все это прямо на улице. А вон там даже типа пушки что-то изобразили. Да, и кругом, куда ни глянь, кругом объявления висят. Сдаются номера с удобствами. Сдаются номера со всеми удобствами. А там в конце улицы прям море сразу. Тут венок новогодний, пальмы, елки. Здесь вон банан, он вымерз во время холодов, вот недавних, перед Новым годом, которые были, и снег выпадал. Ну, снова вырастет. Здесь уже отцветшая юка. Роза уже отцвела. Ну и вот такие колючки. Кипарис. Красивая улочка. Очень нравится. И день сегодня приятный. Я вот иду в солнечных очках. Солнце яркое, вон оно. Интересно, что это такое? По листьям похоже как бы на бамбук. Да, точно. По-моему, бамбук. О, как я определила. Смотрите, вон так вот растет бамбук. И очень красиво декорирует забор. Сереж. Вот это справа бамбук. Да, смотри, как красиво он разросся. А тут вот прячется океаник. Океаник. Ах, ах. Да что вы говорите? Да что ты? Как тебя зовут? Да что Яша ты? Его. Привет, Яша. Яша, нельзя. Ой, а тут какая собака. О, какая собака. Сейчас я вам покажу. И лежит спокойно. Глядите, как белый медведь. Вот такая огромная. И даже не тявкнет. И лежит прямо на улице. Сразу выходим на оборудованную набережную. А море как шумит. Сейчас узнаю, Сережа, наверное, будет проходить свои километры. А я тихонечко пойду в свою сторону. Ой, море какое красивое, Сереж. Прелесть моря. А. Ага. Давай мне пакет. Я домой пойду. Сейчас немножко полюбуюсь.
ключи, я вас помню. Да, конечно, какие без ключей. Давай. Ваши ключи. Я в сумку положу. Ну ладно, давай. Пока. Если что, звони. Приду на выручку. Ой, смотрите, какая красота все-таки. Прелесть. Золотоискатели тут же бродят. Цвет моря какой, смотрите. Ой, ну ладно. Пока пройдусь поверху, а там уже ближе к нашему выходу спущусь. И мы с вами увидим и пустынную почти набережную. Вот я иду тут с пакетом. Рыбак нарыбачил, выходит. Вот мы подошли к этой высотке, прямо на берегу которой. Ой, ремонт идет. Шумят. Дальше там уже набережная такая, не столь оборудованная. Ну и сейчас спустимся. Лучше вдоль моря пойдем. Оп. И спускаемся к морю, к волнам вернее. Вот смотришь и даже не верится. Смотрите. Какой широкий берег, а ведь на днях только все это было под волнами совсем недавно. Когда волны были высокие, такие страшные, они вот до этих вот стенок доходили, бились. А сегодня вот такое море, можно сказать, спокойное. И мы можем подойти поближе. Ну, здесь вот такая галечка, смотрите. А тут такая мелкая, мелкая, мелкая. То есть получается все крупное. Волны стараются вынести на берег. Смотрите, какие камни тут. Из-под воды вылезли. Первый раз вижу. Прям по ним видно, что они были под водой. Вот такие. Вот такое солнце над морем. Море под ним серебрится. И вот такое море прекрасное. Волны. А там вон чайки сидят. Качаются в волнах. Несколько купальщиков видела. Но я уже не стала их снимать. Вам показывала. И мужчин, и женщин купающихся.
кому интересно, можете посмотреть. Сверху появится ссылка. А сегодня просто хочется походить вдоль берега и слушать прибой. Ой, такое море хочется оставить себе на память. Дома буду открывать ролик перед сном, включать, смотреть и сквозь сон слушать звуки прибоя.